Этот год будет богатым на новоселье. В эксплуатацию планируется сдать сразу 11 домов. Общая площадь более 30 тысяч квадратных метров. Об этом на брифинге сообщил директор южно-казахстанского филиала Жилстройсбербанка Касымбек Маликов. Квадратные метры собираются строить по программе «Нурлы жол». У программы «Нурлы жол» будет два направления. Первое – строительство жилья через местные исполнительные органы. И второе направление – строительство жилья по линии акционерного общества «Байтерек» площадью 180 тысяч квадратных метров. Всего в Южном Казахстане до 2018 года по программе «Нурлы жол» через Жилстройсбербанк будет сдано в эксплуатацию более 226 тысяч квадратных метров жилья. Стоимость квадратного метра на жилье по программе составит около 140 тысяч тенге. А цены на частные дома без учета инженерных коммуникаций – 120 тысяч тенге за квадратный метр. Еще у нас осуществляется строительство жилья в рамках государственно-частного партнерства. Между банком и СПК «Шымкент» есть договоренность о строительстве жилья для сотрудников прокуратуры, КНБ, а также для всех категорий населения. В рамках этой программы планируется строительство 13 жилых домов. Филиал Жилстройсбербанка работает в Южно-Казахстанской области на протяжении 11 лет. За это время в рамках госпрограмм жилье приобрели более 3000 семей. Сейчас банк насчитывает порядка 46 тысяч вкладчиков и 24 миллиарда накоплений. Граждане области получили займы на 13 миллиардов тенге.